Спасибо, ребята. Доброе утро. Сказав, что тема внешнего вида мужчин интересует меньше, чем женщин, я солгу. Просто о лишних сантиметрах в области талии в мире сильного пола говорить не принято. Но сегодня я нарушу этот обет молчания. Итак, возможно ли влезть в свадебный костюм, чуть маловатый вам в талии? Если очень захотеть, то можно все. Разумеется, если под похудением мы понимаем коррекцию фигуры на 3-5 килограмм, а не желание расстаться с половиной собственного веса. И начну с питания. Да, звучит банально, но употребляйте меньше углеводов. Исследования показали, что богатая углеводами пища может приводить к увеличению количества жира, особенно в области талии и живота. Основу вашего рациона должны составлять нежирные белковые молочные продукты, овощи и фрукты. Система правильного питания – штука важная. Но если вы все-таки хотите красивое тело и хороший метаболизм, то придется попотеть. Если речь идет исключительно о том, чтобы быстро похудеть, то мы имеем дело только с кардио, а мышцы наращивать будете потом вместе с белковой пищей. А пока бег, вернее, для сжигания жира больше подходит быстрая ходьба, велотренажер и эллипс. В среднем темпе 3 раза в неделю по 40-50 минут. На фоне корректировки питания эффект появится незамедлительно, гарантирую. Теперь о тяжелой артиллерии. Итак, криолиполиз. Криолиполиз – это удаление жировой ткани под воздействием холода. С помощью одной процедуры возможно уменьшить жировые отложения в области коррекции до 30%. Во время сеанса криолиполиза в насадку аппарата втягивается жировая складка, которая подвергается воздействию электрохолода. Под действием низкой температуры жировые клетки впадают в процесс апоптоза, процесс программированной гибели клеток. Таким образом, криолиполиз стимулирует естественное исчезновение жировой ткани. Холодовое воздействие оказывается только на жировую ткань внутри насадки аппарата, никак не затрагивая остальной организм. Этот процесс контролируется специальной системой датчиков. Процедура безболезненна и очень практична. Она занимает всего 30-40 минут. О том, как подготовиться к свадьбе с мужской точки зрения, в следующем специальном выпуске «Новая я». Уже в эту субботу в 10:00 на СТС.